я последний из ходячих. Вот мы дети войны, но я и на фронте побывал 3 месяца всего. Со слезами на глазах Петр Павлович рассказывает о тяготах военного времени. В возрасте 5 лет ему приходилось бороться за свою жизнь и закалять характер уже на фронте. Еще в 2013 году он по своей инициативе при поддержке жителей Звенигорода организовал проведение реконструкции памятника «Бронзовый солдат». Со своим проектом Петр Логвин стал лауреатом премии «Наше Подмосковье». Все премиальные деньги потратил на ремонт мемориала и обустройство территории. Мы обязаны помнить об этом, знать историю, а чтобы на практике это же, ну что, ну, поддерживать памятники, воинские захоронения, отдавать должное, понимаете, оказывать помощь, понимаете. Я очень признателен. Сегодня представителю Госдумы и добровольцы вручили ветерану медаль в честь 75-летия Победы и памятные подарки. Нам выпала большая честь, получили приглашение приехать в город Звенигород и лично поздравить с этим праздником, наступающим завтрашним праздником всех ветеранов войны. Бронзовый солдат установлен на братской могиле неподалеку от Звенигорода. Сегодня к подножию памятника возложили цветы. Не помешал церемонии даже дождь. Память погибших воинов почли минуты молчания. Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».